Приветствую всех дачников. Сегодня 18 августа, 21 год, юг Полтавщины. Хочу снять видео для тех дачников, которые еще не определились, но очень хотят досадить или начать рассаживать виноград. Не определились в сортах или сортоформах. Вот смотрите, у меня Голбена Ноу. Она очень ранняя и очень вкусная. Ягодка уже почти янтарная, но у него большой минус от перелива. Если лить туда постоянно, вот особенно в конце июля, он начинает трещать. Он очень мускатный. Вот. Для себя мы делаем вот такую вот операцию. Убираем вот эти вот треснувшие ягодки. И тогда получается более-менее нормальный вид. Кого не страшит такие манипуляции, то можете заводить. Очень вкусный, хороший мускатный сорт. Кстати, он почти комплексно устойчив и морозоустойчив, что, наверное, немаловажно для дачников. И вот сегодня я занимался уборкой пасынков на саженцах. Обрезал кончики для того, чтобы лоза начала вызревать быстрее. И вот нашел две вот такие вот гроздочки. Смотрите, очень красивые. Начал потихонечку заизюмливаться. Одну мы уже съели вмиг. Очень вкусный, невероятно вкусный виноград. С мускатом. Как видно, не трещит. Учитывая наши небольшие ливни, которые были, правда, не так часто, но были. Заливало конкретно. Виноград с косточкой. Хрустящий. Плотно держится на плодоножке. Косточки две. Мякоть мармеладная. Очень плотная. Хрустящая. Очень вкусный, классный, обалденный виноград. Шикарный. Если вы еще не определились, посажайте вот этот виноград обязательно. Добавляйте его в свои желания, в хотелки. И доставайте, сразу уже сажайте 2-3 саженца. Вы не пожалеете. Вот этот кустик. Смотрите, уже лоза вызревает хорошо на 18 августа. Уже коричневеет. Ну, наполовину уже точно. Что еще хорошо в этом сорте? Вот смотрите. Вот пасынок. На пасынке небольшие гроздочки. Вот, 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 вот и дальше. То есть, если вы собрали основной урожай, допустим, вот это у меня второе плодоношение, я тут понемножку оставил, где-то килограмм, ну максимум полтора, ну где-то килограмм на весь куст. Если вы собрали основной урожай, вас через недельки две опять порадует пасынковый урожай. Ягода очень крупная, как для такого винограда. Немножко, вот видите, если лопается, зарубцовывается, не гниет, мошек нету. В этом смысле хороший виноград. Не так, как Голбена Ноу или другие, допустим, Валек. Лопнуло и начинает сразу гнить, и сразу мошки. И гниль распространяется на весь виноградстик. Правда, у Валька, вот смотрите, гроздь очень плотная. Ну да, видно, рой мошек уже пошел. И они, ягоды большие, и они давят друг друга. Нужно прореживать. Я прозевал этот момент. Нужно будет сейчас браться и прореживать. Вот, давятся и начинают гнить. Появляется рой мошек. Чтобы этого не было, нужно брать, прореживать в стадии гороха. Вот так вот, одну дорожку и с другой стороны вторую дорожку. Тогда ягоды будут вот такие вот крупные, большие. И он лопаться, давиться друг другом ягодой не будет. А так вообще вкус очень-очень хороший. Так, оператор, как дегустатор. Ну, я знаю точно, что вкус очень хороший, мускатный, ненавязчивый, очень хрустящий, классный виноград. Так что, если вас и эта операция тоже не пугает, сажайте Валек в стадии гороха. Сейчас приду и буду прореживать везде на Вальке. Так что, если вас подобная операция и на Вальке тоже не пугает, сажайте и Валек тоже. И вы будете
довольны своими посадками, вкусом виноградов и не разочаруетесь плодоношением. Такой, меня недавно спрашивали, у меня старое видео есть, обожжение. Ягода большая, конусообразная, вкус простой, слегка с кислинкой. У меня он плохо вызревал, шкурка тонкая, и поэтому чуть какой-то хороший ливень рвет его, лопается почти вся гроздь в хлам и выбрасывается на компост. Простой вкус. Если перед тем, как сажать, вернее, попробуйте виноград, ягоду соседа именно там, где он растет, в вашем регионе, на ваших грунтах, с вашим pH. Кислотные или щелочные реакции у него. Если вам понравилось, сажайте, берите у соседа или доставайте точно такой же и сажайте. Если просто понравился, красивый, но вкуса вы не знаете, лучше не рискуйте. То, что я вам советую, обязательно сажайте. Я его уже испробовал, и моя семья его одобрила. Это Валек и подарок не святая. Обязательно сажайте. Хочу снять видео о сорте пысанки Олега Михайловича Цимус. Его расхваливали, я и себе посадил, конечно. Вот, смотрите, гроздочка. Ну, уже на ощупь видно, что она... Я ощущаю, что она живая, она мягенькая. То есть ягода жидковатая слегка. Это у меня первое плодоношение. Я оставил две грозди. Вот здесь мешочки такая же. И вот еще одна. Супруга попробовала. Говорит, мякоть жидковатая относительно валька и подарка не святая. Но мускат есть. Очень такая красивая ягода. Считается кыш-мыш. Есть косточка была? Не заметила. Да? Ну вот я раздавил, смотрите, кость есть. И, кстати, она уже коричневеет. Ага, значит, это срок созревания ее, этой формы, на 18 августа уже определенно вызревает этот виноград. Да, мускат есть, классный, отличный, хороший. Сажайте. Для разнообразия очень вкусный, мускатный. Я, кстати, уже ухожу от сортоформ и всех форм с простым вкусом. Оставляю только мускатные или другие цветочные, ягодные, послевкусия мускаты. И вам тоже советую. Обычный, простой, типа преображение, подарка не святая. Да, конечно, большая ягода. Или вот Виктор у меня. Вот смотрите, Виктор. Красивый, конечно. Но вкус простой, без изысков. Абсолютно без изысков, без никаких изысков. Вот мой большой палец. Вот, красивый. Для рынка продавать, торговать им хорошо. Он смотрибельный. А для себя, ну, допустим, если у вас позволяет площадь дачи или своего участка, дома, в селе. Один, максимум два кустика вполне достаточно. Вкус у него простой, ну, обычный. А еще посадить бы, я бы советовал вам, вот как в этом году, меня не очень радует летний королевский. Вот, это кыш-мыш первого класса, кыш-мыш. Шикарный виноград, в смысле, и вот и размер хороший довольно-таки, где-то 6-5 грамм, а то даже и 7 грамм, он тяжеловатый. Мякоть мармеладная, он плотный, хорошо держится на плодоножке, не трещит, оса его не бьет, шкурка почти не ощущается, на изюм превосходный. Шикарный виноград, как для изюма сушить, отличный. Но в этом году, видите, у меня его мало. Весенние заморозки у меня его покалечили, так скажем. Очень мало. И то, это вроде как бы пасынок. Нет, это я обрезал мертвое. И оно пошло тут из куцого хвоста такое. А хорошие лозы, ну, в этом году они вызреют. А на следующий год они уже
толстенькие, хорошие, заложили цветочные почки. И будет у меня метра три шпалеры, двухплоскостная, хороший урожай даст. Вот и это тоже сорт, обязательно посадите себе. Помимо, зацеплюсь еще за один, помимо столетия. Столетие тоже, берите, он тоже мускатный, не путайте с долгожданным, по-моему, так. Они похожи, но у долгожданного, во-первых, косточка есть, и муската нету. А у настоящего столетия косточки нету, даже рудиментов нету. И есть хороший мускат, очень вкусный. На изюм тоже превосходный виноград. Вот, ребята, я вам традиционно желаю хороших урожаев, поменьше болячек на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.